Вообще, конечно, особых причин для радости нет. Значит, можно бы сказать так, что последние 10 лет экономика стагнирует, и средний годовой рост порядка 1%, что совсем плохо. А вы понимаете, почему это происходит? У вас есть какое-то ясное представление, почему это происходит? У меня сегодня есть это понимание, это видение. И в первую очередь, если говорить о таких институтах или таких решениях, это качество государственного управления. Мы неправильно, может быть, выбираем наши главные фокусы или не умеем проводить даже те стратегии или те цели, которые мы заявили. Мы очень медленно реагируем на задачи, которые ставят вызовы жизни. Мы очень неэффективны, очень забюрократизированы. И я бы назвал там в госуправлении, это первое, это новое качество стратегического управления, новое качество самих работников госуправления, кадров, их нужно готовить, они должны иметь другую мотивацию. У нас доля государственных компаний, которые по факту регулируются государством и управляются, очень высокая, и там тоже высокая неэффективность. Это на первом месте, это качество госуправления.